Опять подвал. Тянет их в эти подвалы прям. Вон, вон. Да, видел. Мне кидать нечего, если что. Почему так просто? Тут нас встречает. Собаки. Собаки. Слева хантеры. 345. Да, вижу. Хит. Попали по мне. Собаки на нас сыгрались. Ну все, нам конец. Левее иди, левее, иди назад. От меня 315. О, блин, один меня кроет. У меня в упор. Как же ты живешь-то? Бегу к Давай, тебе. Зомби, работай его. Один он, у тебя справа. Он убегает, да, я понимаю. Меня работает. Один ног. Второго не вижу. Ой, по мне. Меня нокнули. Все, ты справился? Нет, он живой. На 45 он. Угу. Ушел на 150 на юг. Он один, он того не резнул. Да, у меня. Готов. Отлично. Ух. Собаки за забором. Справа. За забором, за деревьями. Ага. Вороны. Слышу, да? Да. Они прям на 50 взлетели. Да, вижу стрельбу. С кем они стреляются, видишь? Не видел, с кем они вот у... С кем-то они, короче, стреляются. Там кто-то упал только что. Я не понял, это зомби был или хантер? Не, мне кажется, нет. Они все еще там, двое. Угу. Тут у нас пиявки. Так, я туда. Я минус. Я понял. У них тоже минус. Угу. Не буду рисковать, тебя резну сначала. Возможно, даже оба минус. Я не понял. Ну, вроде звук один был. Ну, звук, да, звук один. Я думаю, если только в раз они там нокнулись. Сейчас спустились. Чёртовы пиявки. Они на их стороне. Еще вороны, или это ты? Это я. Угу. Либо они оттуда отступили, либо они там лежат просто, отдыхают. Вот один труп лежит, да. И второй лежит. Отлично. Ух, динамитик. Они его возьмут. Они пойдут на восток, скорее всего. Наверное. Нам северо-запад ближе. Или ты хочешь к ним? Не знаю. Просто они раньше увидят, что мы туда идем. Ну, мы-то возьмем, пойдем, и будет понятно, что мы идем туда. Ну,
Примерно, вроде бы они в нашу сторону двигаются. Да. Можно тут посмотреть удобные позиции пока. Которые закрывают. Прям на нас возьмут и выйдут. Но они пойдут к выходу, наверное. Ну, они довольно близко уже. Угу. Что я прямо потерял? Рядом. 195. Они прямо над нами. 195, угу. Там вороны сидят, они даже ворон не спугнули. Значит, где-то подальше они там. Ну вот за этими деревьями на 190. Где-то левее они, по-моему, уже обходят. 210 где-то. Да, вижу, 195. Попал? Угу, слышу. Вижу, бегут дальше на 180, убегают, отступают. Ты в копал в красном? Не знаю, не. Он был туманного цвета. Блин, у меня динамита нет. Эх, обидно. Бегу. Их двое там, у тебя их да? Двое. Знаю, знаю, знаю. Динамит, ложись. Слева. Один минус. Готов? О, не готов, попал. За корягой. Все. Сечу. Хрен его знает. Интересно, они вот респавнятся, если вот взять, убить, а потом другие, например, на это место придут. Ну там они что-то прыгают, то ли бьют кого-то на 180. Вот собачек валят, да? Да-да-да. Там два человека. Тут они на метку, походу, хотят. Да-да-да-да-да. А, это ты по ним уже стреляешь, что? Да-да-да, я уже по ним. А, я-то думал. Один за забором, второй у тебя там. Вижу, вижу, обоих вижу. Один, второй убежал, второй убежал. Угу. Чуть дальше, в лес. Убегает дальше, иду за ним. Ага, слышу. Веточками там шуршит. Хера он втопил. Да вообще что-то. Посмотри на него. Борись как мужчина. Жит курябчик. Так, а у нас для тебя есть. Что у нас для тебя есть? Вот это лампа. Хантеры у нас. Угу. Хит. Да ёлки-палки, косой. Ага, вижу. А, спускается вниз в этот. В склеп. Подвал? Ну да, да, в подвал. Мне кидать нечего, если что. Чего так просто? Паук здесь, собственно. Да? Пойдем смотреть. Сейчас я этого маленько согрею, молодого человека. Один он был, не один, интересно. Он даже на себя не смотрел, тупо к нему подбежал и херанул его по спине. Ну, он успел повернуться, я ему прям в лицо штык. А, то есть он не надеялся, что за ним кто-то пойдет, да? Ну-ка, дай его попробую. Ты что там закрылся, паук? Открывай. Ай. Сзади, сзади, хантер у нас, север. Ой. Да что такое? Два раза по нему не попал.
хорошо залетело. Красавчик. Борис, хер попадешь какой-то. Ну вот и ответ, был он один или нет. У него тут что? Винчестер с глушителем. Модный мужчина попался нам. А, все что ли? Ну да. Он без КП был? Он коцанный был. Так, что у нас тут патроном? Тут есть патроны. Вот еще Хантер лежит. Может, он Хантера грохнул просто. Вот, да, еще один лежит, слушай. Походу, да, слушай. Босс убил их. Пока они между собой, наверное, воевали. Угу, один упал. Ты там второго видишь? Да. Да, тоже вижу. Вырубил его. Меня вырубил мясник. Черт. Пока я за этим бегал. Он тебя еще и поджег. Я вовнутрь зайду, патрончики попал. Динамит летит. Черт. Меня так, работает. Все, патроны взял, иду. Дал ему. За деревом там стоит вот за этим. Он тут хилился, бля. Динамит, блин. Динамит. Он меня с шашкой долбанул. Я его штык ножом не смог почему-то. О, хорош. Ну это один, по-моему. Который вообще другой, не тот, с которым ты месился. Так вроде валяется возле меня тот, нет? А, ты его убил тоже, что ли? Я вот не понял. Ты убивал в красной рубашке? Вот лежит тело, видишь, в красной рубашке? А, да, вижу. Видимо, мы с ним разменялись, что ли, получается? Может быть. Я его штык ножом, а он меня саблей рубает в тот же момент. Прикольно. Здесь, прям вот за деревом. Как это выглядело со стороны? Слева Хантера! Близко! Ёлки-шпалки. Я лечусь, я без ХП. Ага. Дал ему подарок. Минус. Одного убил ты, по-моему. Второй там же, в черном. Хит. Бегу. Готов. Хорош. Динамитик мне верните, пожалуйста. Потраченный. Фига. Они нас здесь ждали, интересно? Спалас, смотри, был какой-то. Ага. Где-то на 230. Опять, смотри, багнутые. Слышишь? То ли капкан, то ли что. В этом же доме. Молния где-то на 200. Да, он тут, за забором стоит. Где? Минус. Фига себе. Он стоял. Не двигался. Сейчас я возьму у него эту и гляну, где второй. Давай. Второй от нас на 15. От тебя тоже на 15. Ну, видимо, в доме в этом. В белом большом. Да, ну нет, на 315. Нет, на 15 он был. На 45 уже. Ай. Уже на 45. Да, он тут. Все, вижу. Хит. Их двое!
Я лечусь, еще там, я лечусь. Понял. Шоу вон. Бегу. Подарок. Ох, блин, отскочил подарок. Да, минус, минус, минус. Ага, хорош. Попал. Ну и все, вокруг больше никого. Ну что это за двоечники, откуда они пришли вообще? Не знаю, откуда ты. Ай! Это капкан. Там труп лежит. Да, и тут был капкан. А, человек 45, чуть ниже. Ну, он ждет там нас там, походу, в этот. На выход, mm-hmm. да? Да, да, да. Один, да? Вижу одного. Один, да. 30. За деревом примерно, что? А, не, правее, 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 45 уже. Где-то вот здесь вот ниже. Что-то там ничего не вижу. Дальше. Слишком темно. В кустах. Сейчас туда подарок кину. Давай. Чего подарок не разбил? А ты в воду кинул, наверное. Да, понятно. А, видел, откуда он бросил. Ага. Сейчас мы зашли туда. Он сидит там. Еще один есть выше, а по правую руку от тебя. Черт. Тяжелее. Ага, вон выше один ходит. На 90. За забором. Вот наверх эта хрень поднимается, там забор. Он прямо справа, угу. справа. Так, один тут справа. Вот по мне работает. Вижу, его тут ходит. Он прям почти возле выхода. Хит. А второй здесь же. Они здесь оба у меня. На 75 да, и на 45. Да-да-да, вижу. По правому попал. Давай к лодке подходи, у нас... Хит по левому. Или ты убить их хочешь прям? Да нет. Это они должны хотеть нас убить, а не мы их как-то. Да, что-то они секунды какие-то. Успей звуки эти. Ну и все, до свидания. Не хотите, как хотите. Да, что-то там бегают, сидят, ждут, прячутся. Один прям за дверью тут у нас ходит. Открыл дверь и убежал. Хитрец какой. Он справа от нее. Я минус. Чего, блин? Он мне в голову засадил первой пулей. С чего он по тебе стрелял такой? Офицерский револьвер. Отлично, красавчик. Колись ей что-нибудь. Давай. Четверочку и поехали. Это не самое лучшее, чем ты можешь бегать сейчас. Тут скорострельная. А, так они оба сдохли. Их двое. Красиво.